Раби Мейр Кахане. Израильская бомба. Перевел Ефим Майданик. Есть люди, которые с сожалением воспримут сообщение о том, что государство Израиль решило продолжать свое существование и как результат создает свое атомное оружие. И это не должно вызывать удивления. Мы уже слышали доводы таких людей. Вот они. Это не путь к миру. Результатом этого будет эскалация войны и напряженности. У конфликта появится новый аспект. Это обречет на неудачу соглашение между США и СССР об ограничении распространения ядерного оружия и уменьшит надежды мира на планете. Это не еврейский путь. Подобные доводы нам знакомы. Их использовали наивные и не столь наивные люди на протяжении десятилетий в попытке обезоружить также и США. Израиль, создавая свою бомбу, просто подтверждает свою волю к жизни. Либералы, Джорджи Боллы. Джордж Болл – известный американский дипломат. Лобби за разоружение – это те самые люди, которые обещали нам разрядку с Россией. Нам при этом было достаточно восхвалять Господа и отказаться от оружия. Их может расстроить отказ Израиля полагаться на Вашингтон и Москву. Я со своей стороны рекомендую израильтянам продолжать обращаться к тексту «Если я не за себя, то кто за меня?» Поучение отцов 1.14. Как прекрасно было бы, если бы мир мог осуществиться так, как мечтают Джордж Болл и либералы-поборники разоружения. А тем временем арабы убили двух израильских фермеров, отцов семейств. Каким приятным был бы мир, в котором Насер и Эшкол сидели бы и говорили о мире, закусывая бейгелы и покуривая кальян. А тем временем в Синае роют 15 новых могил для израильтян. Как приятно уповать на то, что ось Москва-Вашингтон выступит в защиту Израиля, если Насер отдаст приказ своим армиям наступать. А тем временем советы вливают свое оружие и посылают своих техников и своих летчиков в Египет. Я хотел бы внести предложение, очень простое. Я не доверяю Советскому Союзу. Я в восторге от того, что Израиль не хочет обращать свои взоры к Москве в поисках атомного щита в кавычках. Я не доверяю Насеру. Я знаю, что заключение с ним соглашений о ядерном оружии бессмысленно. Никакие бумажки и никакие идеалистические либеральные мечты не спасут государство Израиль. Наша вера во Всевышнего, дающего нам автоматы УЗИ, истребители «Мираж», танки «Патон» и ядерное оружие. Это средство сдерживания. И если федералистов, глобалистов и тех, кто занимается планированием утопий, это огорчает, мне их жаль. Мне известно об интеллектуальных страданиях, испытываемых определенными людьми при упоминании выражения «ядерное оружие». Действительно, о таких вещах никогда не следует говорить легкомысленно, ибо призрак катастрофы должен всегда стоять перед нашими глазами. Однако серьезность и трезвость мышления никогда не должны позволять нам отбрасывать с порога тот вид оружия, который один стоит между свободным миром и рабством. Не совершайте ошибку на этот счет. Именно бомба сохраняет нашу свободу, и именно бомба в конечном итоге сохранит Израилю жизнь.
Если такая картина кому-то неприятна, все же быть посему. Жизнь не всегда прекрасна, но она предпочтительнее смерти. 8 ноября 1968 года.